Активисты Одинцовского отделения «Единой России» принимают участие в акции «Собери ребенка в школу». Они закупили и передали в исполнительный комитет партии школьные принадлежности. Их в преддверии Дня знаний вручат ребятам из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей и детям-инвалидам. Особое внимание уделят детям участников специальной военной операции и ребятам из новых регионов.